Здравствуйте, дорогие друзья! Покров прошел вчера, всех с праздником с прошедшим. Всех вас покрыли. Ну что, где пиццами записываться с самого начала? Вырежешь, а вот не буду. Ясно. Вот, покров уже прошел вчера. Надо было чеснок в Нижегородской области сажать уже до покрова. Но ничего страшного, он был вчера, а сегодня уже 16, да, октября. Вот. Да, сегодня мы будем сажать его. Сегодня 15-е. 15-е? А, значит... Да. Ну, день всё. Позже, день раньше, какая разница? Ну, покров, не покров. Да. Чего вы, блин, вообще приметы? Да. Ну, вот, в приметы такие. Сегодня мы посадим чесночок. Все-таки ж мы решили озимый чеснок посадить. Вот, посадим, чтобы душа уже была спокойная. Если что, у нас будет чесночок, а если нет, ну ничего страшного. Вот мы его купим. В принципе, не проблема. Вот. Будем сажать. Решили небольшую такую вот грядочек. Рома вскопал. Решили такой немного чесночка посадить. Маленькую грядочку. Наверное, тут в ширину 5 дырочек было, да? В длину, не знаю, штук. В длину много. Да, штук сколько-то? 15, может. 15. Да, где-то так. И смотрю, я тоже на весну посадила лук, а он весь пророс. Он не лук. А здесь это сажала хрен, который у меня там на балконе был. Вот. Чё сажала? Хрен. Хрен сажала, да. Все. Все. Это уже лишь. В этом году решили. Все, да? Даже дырочки лишние. В этом году решили маленечко сделать и в клубнике, землянике не сажать, да? Оль тоже помогал, да? Присутствием. Привет. Привет, помогал. Да. Ну все, в принципе, чеснок посажен. Будем над ним колдовать. Да ладно, шучу. Да? Да. Все, дело сделано. Вот, середина октября, и белоснежка дает плоды. Причем достаточно вкусные. И вот еще цвет у белоснежки. Здорово вообще, мне нравится. Сорт не пожалела, что ее вырастила из семянок. Ну, севель пусть зимует, красуется, зимуется. Пусть остается. В следующем году будем есть швой щавель в большом количестве. И пирожки, надеюсь, тоже будут с щавелем. Но, наверное, я не я, если я что-нибудь не буду выращивать или экспериментировать. А вот это мой очередной эксперимент. Ранее я вам его не показывала, чтобы, как сказать, там, чтобы не сглазить, ни еще чего-нибудь там. Здесь у меня находится розочка на укоренение. Корешков я, к сожалению, пока не вижу, но из почек пошли листочки. Вот. Ой. Ну вот. Листочки пошли. Один, правда, здесь вот листочек начал жухнуть. Наверное, я эту почку оторву. Вот. У меня эта розочка стояла в воде, ну, приблизительно, наверное, недели 3. И я почувствовала, что вода немножечко такая уже помутнела. И вроде как немножко маленькие корешки пошли. Ну, более-менее так заметно. Ну, я сразу ее в земельку и думаю, ну, ей надо создать парниковый эффект. Накрыть ее просто пленкой, просто пакетом я не хочу. Она задохнется. Я ее, значит, в баночку и сделала вот такую вот интересную парник такой интересный. Вот.
и просто вот так вот укрыла. Вот. Вот этому кустику приблизительно, наверное, 1,5 месяца. Мне очень интересно, что у меня получится или не получится из этого эксперимента. А еще помните, я вам горох показывала на балконе и говорила, мне очень интересно, появятся там лопатки или нет. Появились. Да-да, у нас очень холодно стало. Температура на балконе уже достаточно такая холодная, 3-5 градусов иногда бывает. Ну, плюс пока. Пока плюс. Но ничего, лук держится. Горох держится. Но это не издевательство над ними. Это эксперимент. Почти 10 градусов. Это вечер. Лук растет. И вот она, лопатка маленькая. Вот. Тут еще горошек. Мне так интересно, плодик завязался. Прямо на балконе. Очень интересно. Я думала, образуется лопатка или нет. Образуется или нет. А вот образовалась. Уже вечер. У нас уже темнеет. А этот с фонариком. Темно уже. Ванька мокрый. У меня его уронили нечаянно с подоконника. Пока здесь стоит. Потом надо будет что-то придумать, чтобы его никто не ронял и не кусал. Потому что здесь уже будет холодно скоро. 10 градусов. Канные гладиолусы я уже упаковала в коробку, уже убрала в кладовку. Ну, буду надеяться, что до весны будет все с ними хорошо. Весной достану где-то в феврале, наверное. Ну, буду еще, конечно, смотреть, потому что сейчас октябрь, середина октября, ноября, в декабре, где-то в середине декабря, наверное, посмотрю, или в конце декабря. Может, там как не загнило ничего. Посмотрю, переберу их, и пускай до февраля сидят. Надеюсь, буду надеяться, что я сделала все правильно. Упаковала в коробку, накрыла этой, как ее, тряпочкой и убрала в темное прохладное место. Ну, вот у нас кладовка. В последнее время у нас очень красивое небо. Такое желтое, розовое. Жалко, что телефон не передает. Многие, наверное, заметили, что на канал выходят некоторые шортс-видео, связанные с рукоделием, а именно с бисером, бусинками, с фигурки из бисера, брелочки и браслетики. Сейчас с помощью них я хочу заработать, попытаться. Я всегда говорю, если не попробуешь, ты не узнаешь. Эти материалы мне уже окупились на Яндекс.Дзен. Спасибо зрителям Яндекс.Дзена, что смотрят меня. Спасибо за их комментарии, за лайки, ну и, соответственно, поддержку. Я еще раз спасибо зрителям Яндекс.Дзена. Я загружаю параллельно видео и сюда, на YouTube-канал, и на Дзен. Там, на Дзене, мой канал называется «Любовь Ащева». У меня там нет никаких псевдонимов. Просто мое имя и фамилия обычная. Я не могу сидеть на месте без дела. Это просто я не я. И недавно тоже списывалась с девушками, с которыми раньше общалась. Вот. Ну, говорю, да, бывает иногда депрессия, иногда там не знаешь от безвыходной ситуации, что тебе делать. Ну, такое бывает очень редко. Вот. И они мне говорят, кто бы сказал, но не ты, Люба. Я для себя поставила цель. К сожалению, наверное, скорее всего, у меня не получится воплотить ее в этом году, но в следующем году обязательно эта цель воплотится. Ну, хотелось бы, конечно. Ну, как раз за зиму я поработаю, наработаю. С
соответственно, денежка заработается. Я надеюсь, если никакая политика не поменяется, то все будет хорошо. Я заработаю денежку на КамАЗ-манипулятора еще. И весной, как сойдет снег, сразу же к нам приедет, ну, сколько-то машин. Насколько заработаю, настолько приедет. Вот. Этим я поставила этой целью недавно, потому что я понимаю, что нужно доделать до конца уборку участка. Я очень прекрасно понимаю это. Вот. И как раз будет у меня время. Сейчас у меня кое-какая уже сумма накоплена. Вот. И до весны там как раз накопится, ну, думаю, на пару машин. Точно. Ну, хотя как буду работать, да? Если буду халтурить, значит, нет, ничего не получится. Но я не буду халтурить, потому что у меня есть цель, у меня есть задача. Люба никогда не сидит на месте. Никогда ее не застанешь сидя или лежа на диване, чтобы Люба сидела, просиживала свою пятую точку. Нет, это никогда, это не про меня. Я все время в движении, все время что-то все время. Ну, иначе просто я не смогу. Вот. Ну и вот еще и ребятишек под это дело все время подгоняю, что нужно, никогда не нужно сидеть на месте. Нужно чем-то заниматься. Нужно, если ничего не получается, то нужно творить добро. Добро, оно всегда вернется. Пусть не сейчас, но оно обязательно должно вернуться. Никогда не нужно быть злым и так далее. Вот. Ну, это уже у меня тут демагогия пошла. Вот. Ну, суть я, в принципе, сказала. Ну, не обижайтесь, если будет чересчур много видео о рукоделии, потому что, знаете, там где-то в глубине души, знаете, это Люба зарабатывает. Ну, вот, ну, как-то вот так, наверное. Вот. Ну, сейчас я с вами попрощаюсь, я вам кушать готовлю, ужин. Вот. Всех люблю, целую. Пока-пока.